Не надо. Итак, мы находимся в прекрасном клубе «Фишфабрик», где с нетерпением ждем замечательного события – концерта Михаила Елизарова. И вместе с нами главный режиссер... Извините, у меня нет сейчас другой реакции. Главный режиссер ТК «Царское село» Катерина Шейнина. Вот она, тот самый замечательный голос за стенкой. Голос, глаз свыше, я бы сказала. Она сейчас с нами. Она ждет этого события. Она принимает участие в наших прямых эфирах. Вот, наконец, этот голос вы не только услышите, но еще и увидите. Прямо сейчас. А мы увидим концерт Михаила Елизарова. Ну вот. Ах, Игорек, Игорек, пошли со мною на Рагнарёк. Ты слышь, чего я изрёк? Там нет друзей и врагов, там только плановая гибель богов и никаких иегов. Что за прелесть эти саги, руны, зиги и зигзаги? Это боль, все это дрожь, все ты ушла и не вернешься. Михаил, два слова о сегодняшнем мероприятии. Вы человек многогранный, понятно, что вы раскрываете себя по-разному, везде. Вот насколько для вас, ну, все равно вот важно выходить к людям, вот, и вы не камерный человек, да, который прячет свое творчество. Вот сегодня посмотрим, как просто омерзительный, тяжелейший бронхит мне, как мы вдвоем будем выкручиваться на этом прекрасном мероприятии, чтобы люди не остались разочарованы. У нас есть такая традиция, когда мы все компании прямо в кадре, прямо в эфире делаем селфи. Если можно, Сережа, вперед. Это будет прямо в прямом эфире ТК «Царское село». Так. Классно, спасибо, все.